Привет. Я уже говорил, предыдущий хозяин говорил, что сервис сделал, full сервис. У них, да, он говорил, фильтра, все поменял. У них full сервис обозначает, это в гараже слили масло у кого-то, они эту отработку взяли и залили себе. Честно скажу, ты так буду думать, правда, я знаю. Ну, я просто говорю. Вот хозяин сказал, вот я сейчас вам показываю, он сделал full сервис недавно, говорит. Сказал, 200 миль проехал. 200 миль проехал, сейчас мы открываем. Но я через дырку увидел, конечно, эту хуйню. Ну, сейчас полностью откроем, покажем. Это пиздец. Полный сервис. Full сервис. Только в Англии, блин, индус может за 10 миль такое сделать, черный. Даже смотри, аж скривился, блин, и не хочешь выравниваться, представляешь, от грязи, сложились там в этих гнездах, блядь, в щелях, уже не хочет равняться даже. Он, короче говоря, устрица засохшая. Эта машина же больше 2500 оборот не поднимается. Что это может быть первым долгом, это топливное? Там не поступает, второй там EGR. Ну, потом уже буду показывать. Так, сейчас будем менять фильтр. Вот я взял фильтр топливный. Топливный фильтр взял, поменяем. Пока без фильтра он будет жить, чтобы свежий воздух он получал. Сейчас я покажу, как надо менять. На 2.5 тоже так же есть фильтр, стоит железный. А некоторые 2.5 делали сзади, на жопе, фильтр, под баком. Так, сейчас я буду лезть и показывать, как надо разбирать его. Постелить надо что-то там, канистру или мисочку, потому что солярка обязательно... Постелите канистру! Ну, канистру я имею в виду порезанную, вот так, пополам вдоль. Постелить канистру! Сейчас буду нырять под машину. Я им клейму это. Наверное, от завода, блядь. Они нихуя не меняли, понимаешь? Блин, крючок принеси домой, да? Пожалуйста. Вот так ребята тут ездят. Вы думаете, в Англии, блядь, где все богачи, хуй там, они все бедняки сюда сорвались с этих, блядь. Понакупляли себе машины, блядь. Нихуя не могут толком эксплуатировать их. Понимаете? Эти индузы, арабы, блядь, эти такие, блядь. Народ, они уничтожают, особенно негры, блядь. Едут, едут, потом в Африку отправят машину. Все, фишка оценили, мы потом забирать будем это. Так что мы должны переключить его на другой фильтр, потому что фильтр идет без этой клапана. Это воду показывает, короче говоря. Есть водичка у меня. Сейчас мы его должны открутить, чтобы слился оно. Заново закручиваем на его, чтобы на голову не капал. Так, сейчас камеру вытянем. Сейчас берем это ключ, чтобы открутить.
сейчас попробую этим. Все редко не пользуюсь, бля, этим обычно металлическим. Посмотрим, как она будет сейчас. Сейчас положим мисочку обратно. На низ, на всякий случай. Немножко уберем. Тоже сюда. Я думаю, что фильтр никогда не меняет. Да нет. Ты думаешь, на него тоже может такой оборот быть? Ну конечно, солярки может не хватать. На Рено то же самое хуйня была, бля. А. Да. Так. Даниил, иди сюда, пожалуйста. А ты мне нужен, бля. Так. Все, вроде. Вода в холодильник я положу. Да я отдай мне тряпочку, да? Тряпочку? Да. Да, вот на выкидке. Дай мне фильтр, пожалуйста. Аккуратно. Так, закручиваем новый фильтр. Это грязь все с расширительного бачка шло. Масло. И подключим сенсор. В воде новый сенсор. Так, сейчас сенсор ставим. Потом берете насос, помпа вот здесь, и начинаете его дрочить, бля. Пока, блядь, туго не было. Как туго будет, у нас все. Что такое, что? Человек не может. Скоро 8 заканчивает работу. А, ну давай.
скажи, H9 приедет. Спроси, сейчас перезвони тому, сперва узнай. А еще спроси, сколько стоит его перевозка. На я. Сколько стоит? Все, закачал. Сейчас немножко подергается он. Потому что воздух в системе там туда-сюда проливали. Все, ребята, всем пока. У кого какие вопросы, пишите в комментариях. Бай-бай, ставьте лайк.